Приветствую всех любителей рыбалки, вы на канале Трума Фишинг. Сегодня... сегодня ловлю окуня. Окунь поздней осенью. Редко я добираюсь до этого дела, но хочу попробовать, так как сейчас много малька и окунь кормится активно. Никогда не знаешь, будет ли рыба на следующий день, но вчера ребята поймали очень даже неплохих окуней, 200-300 грамм попадалось и выше размером рыбка. Так что, наверное, нужно попробовать, а дальше будет видно. Температура воды уже, конечно, низкая, 6 градусов показывает на эхолоте. Вот, но это, наверное, одно из самых интересных таких моментов переходных в зиму, когда можно поймать как серьезного трофея, так и нарваться на стаю крупных горбатых окуней, что мы сегодня и попробуем сделать. Используя эхолот, попробую найти стаю окуня и попробовать поймать его разными видами, такими как микроджиг и дропшот. Сказали, что дропшот работает эффективнее, но это такой... условный дропшот, как ловят местные, но местные всегда знают лучше. Ребята мне указали только примерное расположение, где они стояли, где была стая окуня сутки назад. Со всех сторон показывало очень большое количество бели, которая была по всей толще воды. Символов, похожих на окуня, было совсем немного, но я решил все же начать отсюда. Сперва начал с джига. Приманки 1,5-2 дюйма и груз где-то 4-5 грамм. Спустя 10-15 запросов ни один окунь не попытался съесть приманку. И первым делом это наводило на мысль, что рыбу придется искать. Но как только я перевязал снасть и поставил дропшот, начались первые поклевки. Небольшой рачок в цвете машинное масло, который не принес ни одной поклевки на джиговой снасти, вдруг заработал. Да, окунь невелик, но зато первый. Конечно же, я преследовал цель найти и поймать более крупный экземпляр. Однако в этот раз меня устраивал и такой размер, потому как захотелось сушеной рыбки. А окунь для любителей нежирной рыбы – это то, что надо. И вообще, гастрономическую ценность этой рыбы, думаю, никто не будет отрицать. Вот только, судя по началу рыбалки, на хороший клев надежды было мало. Так, ну вот что-то еще попалось. Наверное, даже чуть покрупнее. Окушок. Стал ближе к берегу попробовать. Но сейчас сильный ветер задувает. Такая погода, конечно, штормовая. Сегодня вообще обещают там к вечеру 20 метров в секунду. Ну, посмотрим, что там за окунь у нас. Ну да. Уже такой интересный, неплохой окушок. Ну, так сказать, неплохой для азарта, конечно. Таких окуней завялить. Вот я с удовольствием возьму к пиву десяток таких, может, 15. Главное подобрать к ним ключик, есть они здесь. Приятно, конечно, держать в руках столь тонкую снасть и вываживать на нее полосатых бойцов. А вы сами знаете, что окунь умеет оказывать сопротивление. Относительно своего веса и размера он даст фору и щуке, и судаку. Ближе к камышу жмется, скорее всего, потому что малек, если бы было потише, наверное, больше было бы на открытой воде. А так вот весь малек, видно, он прыгает где-то вот в районе 10-20 метров от камыша. И его там поджидает полосатик. Да, сегодня еще ветерок слабенький. То ли еще будет. О, поклевочка была. Ударчик какой-то такой невнятный. А еще по берегу сидели любители половить белую рыбу. Их снасти делали некоторые перспективные места недоступными, и с этим приходилось мириться. Сегодня как-то одинокие разбойники. Вот стай рыбы много довольно-таки, много бели. Мужики сидят по берегам, ловят некрупную плотву подлещика.
Следующую рыбку я ждал почти целый час. За это время я прочесал внушительную часть берегового свала, пробовал, конечно, и по глубине тоже. Поимка этого окуня совпала со сменой приманки, а не места. Окушок соблазнился на рачка побольше, в достаточно популярном цвете, который, кстати, очень неплохо у меня выстреливал и был одним из фаворитов, наряду с машинным маслом, фиолетовым и коричневыми цветами. В этот раз, к сожалению, я был ограничен по времени и хотелось побыстрее нащупать нужный подход. Но пока, как говорится, было в час по чайной ложке. Че, очередной окушок загибает мой спиннинг. Небольшой. И опять у берега. Да, сегодня, наверное, это будет только разведка. Похоже, что время у меня истекает потихонечку. Рыба пока не найдена. Да, такие окушки, конечно, не крупные. Ну, честно говоря, приятно потаскать. Сегодня, видимо, одна мелочь клюет. Вчера говорили, что экземпляры были хорошие. Ой, так что, пока так. Примерно в том же месте я получил еще несколько поклевок, и только две из них были результативные. И то одного окуня не дотащил. Видимо, не очень охотно он съел приманку. Также нельзя было сказать, что я нашел стаю, потому как я ловил не с одной точки, а каждый третий заброс менял направление. Конечно, насколько позволял ветер. Да, в этом месте я поймал больше всего окуней, видимо... Здесь, наверное, точка такая стратегическая. Хотя вообще символов вокруг много, но скорее всего это какая-то плотва в перемешку с тем же окунем. Очень четко так определить ровную стаю очень сложно. Вся рыба разрознена, и боюсь, она сегодня перед штормом. Поэтому так и плохо и выходит. Размерчик совсем слабенький, поклевки редкие. Но рыба тут есть. Лодки, появлявшиеся в акватории, сначала шли именно туда, где я начинал. Все без исключения долго не стояли. Это подтверждало правильность моих действий находиться постоянно в поиске. Вот и сейчас я очередной раз передвигаясь, обратил внимание, что белой рыбы здесь меньше, глубина незначительна, но все же больше, а некоторые символы стоят исключительно вдоль бровки. Это мне намного больше напоминало хищника, которого я искал. Продолжая обрабатывать береговой свал, на котором я ожидал получить поклевки, как это было в предыдущих местах, никакой реакции так и не последовало. В конце концов, с этой постановки я решил сделать заброс максимально ближе к руслу. Получилось примерно под 45 градусов, больше не позволял ветер, который достаточно сильно задувал вдоль. И вот как раз там довольно быстро мою приманку нашла рыба. А может он здесь? Есть. Вон там тоже вытащили. И я постепенно начал менять траекторию заброса к руслу. Проводки я делал довольно медленные. Периодически ослаблял леску и делал несколько подбросов приманкой. Как мне кажется, это стандартная проводка для окуня, которую используют почти все. Да, смотрите-ка, какую-то стайку я тут нашел все-таки. Ну, может, он, конечно, и клевать стал, тоже факт. Да. О! Вот за такими окунями я сюда пришел. Это уже окунек. Красавчик, да? Не правда ли? Друзья, вот такие вот окушки приносят, бывает, порой намного больше удовольствия, чем вываживание зачетного судака только-только 45. Этот боец, конечно, дал маху. Очень классный окунь, но я думаю, что тут уже грамм 400 в нем.
Теперь я точно был уверен, что окунь стоит на русле и постарался спозиционироваться для заброса по ветру. Также пришлось брать поправку, чтобы не мешать лодке, стоящей справа от меня. Как отрабатывает палочка, да? Этот не такой крупный, но все равно хороший окунь. О, стал давить, 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 Что, ребят, пошла рыбалка. Это здорово, но у меня остается все меньше и меньше времени. Кто это? Такой размашистый удар, просто вообще класс. Ну такая поклевище, просто супер. Вот полосатый, конечно, спасибо тебе за это. С удовольствием. Он и не такой крупный, но вмазал его просто шикарно. Вот за это я люблю легкую чувствительную снасть. Однако последнее время я редко беру ее в руки. Просто получается, что чаще отдаю предпочтение судаку. Хотя когда-то ловля окуня для меня была номер один. Шикарный окунь. Ну, удар он сделал просто. Просто молниеносный. Что ж, у меня остается совсем немного времени. К сожалению, да, сегодня полдня у меня. Вот, но окунь то ли сейчас стал ловиться, то ли я действительно нашел его локацию, потому как целый километр я прочесал и вдоль камыша, и по фарватеру, по глубине ничего не было, кроме как вот белая рыба. А здесь явно присутствует окушок и очень неплохой размер. Вот соседняя лодка подняла два окуня, ну, полкилограмма точно. Вот, поэтому сейчас последние, наверное, минут 20 я отхидаю, пойду пройдусь еще немножко дальше. Здесь, кстати, такая более классическая для окуня картина, здесь меньше белей и проскакивают опять отдельные экземпляры, то есть окунь как бы не в стаях сбит, а он действительно ходит отдельно, но и судя по экземплярам, в принципе, это нормально, что полкилограммовые там грамм 400 особи могут ходить одиночками. Но таких точек на холоте довольно много. Ну что сказать, хотелось, конечно, попасть, но прийти на абсолютно новое для меня место и попробовать подобрать какую-то проводку и снасть не так просто порой бывает, как это и случилось сегодня. Все время сваливаешь на погоду, на приближающийся штормовой ветер, но, как оказывается, окунь вполне себе ест, очень даже активен, поклевки на дропшот шикарные, просто шикарные. Для общего понятия картины я прошел на электроматуре немного вперед, тем самым отрисовав карту в этом месте, чтобы видеть масштабы этой ямки как минимум в этом конце. Шел я по краешку, конечно, чтобы не мешать рыболовам, но отчетливо видел рыбу в правом луче. Уходить с этого места смысла не было, да и все последующее пространство было уже занято лодками. Небольшой перерыв в клеве мог означать только одно – рыба активна, периодически перемещается, и ее просто надо ждать. А, это уже рыбка посерьезнее. Тут уже так тяжело и конкретно. Конечно же, раздачей это не назовешь, но как минимум я приближался к тому десятку-полтора, который я хотел забрать с собой. Некоторые, как я обратил внимание, ловили даже с двумя приманками, и это, наверное, было бы результативней, потому как плотность рыбы была небольшая. Это крадет чувствительность в снасти. Однако, если уйти от эстетики и задаться целью наловить, то, наверное, это имеет место быть. Еще один идет. Сейчас, кстати, очень пассивная проводка была. То есть, наверное, вот у него периодами такая агрессия наступает.
потому что сейчас он клюнул на очень пассивную проводку. Как здорово все-таки, друзья, что вот в рыбалке есть перемены. Если бы я пришел и сразу начал таскать, наверное, это не было бы столь приятно. Так вот в конце, под самый конец, я нашел стайку, и какие ох, просто шикарно. Ой, какой поклевка, какая поклевка. Периодически окунь с такой силой бил приманку, что ничуть не уступал с удачей поклевки. И когда получаешь настолько сильный удар, понимаешь, что это уже не мелочь. Здесь нет трофейного окуня за килограмм, но вполне достойные экземпляры. Мне кажется, что этого так уже не возьмешь. Тут сразу было видно, что окунь очень жадно съел приманку. От этого и поклевка. Всегда можно поиграться, попробовать, что он ест с большим удовольствием, но тогда не хотелось тратить на это время. Посмотрите, какой красавец. Но этот уже точно, наверное, ближе к полкилограмма. Отличная рыба. Как гнет хорошо. Но все-таки они жмутся ближе к фарватеру. Я был не прав. Вот крупный окунь тяготеет глубины. Смотрите, какой кабанчик. Какой кабанчик. Вот такая история. Красотища. В конце концов, всплеск активности прошел. 5-6 отличного размера окуней дополнили мой улов. Нельзя было сказать, что на этом все кончилось. Я все же выклинчил еще одну поклевку, которая, к моему разочарованию, закончилась обрывом снасти. Обрезал, а точнее оторвалось на узле. Вроде подсечка, фрикцион, все сработало. Какой же там окунь? Хоть времени оставалось и совсем чуть-чуть, хотелось ощутить еще хоть пару поклевок. Я вам вкратце расскажу, какие снасти я использую, раз уж произошел у меня обрыв. Ну, лурик у меня простой, дешевый салмовский, 0,18. Крючки я использую, маленькие офсетники, гамакацу, 8 размер. Ну, у меня есть еще 6, но вот 8 мне больше нравится. Дальше мы продеваем это не совсем дропшот, это, значит, мы делаем петлю. Обычную петлю, только продеваем туда крючок 2 раза. И не затягиваем полностью узел, а оставляем
вот такой вот свободный, свободную петельку, на которой будет держаться у нас крючок. Все, в принципе, снасть готова. Это такой, ну, псевдо дропшот. Не то отводной, не то дропшот. Сверху петельку, снизу отпускаем для груза небольшое расстояние. Груз для дропшота я использую 7 грамм. Сегодня ветрено, поэтому совсем легкими весами ловить просто не получается. Ставим груз, и я делаю еще оборотик. Просто небольшой узелок. Потому что груз все-таки тоже может скользнуть. Передвинуть мы его всегда можем. Прицепляем просто. Ну, кто как, за петлю цепляет. Резина, которая сегодня у меня работала лучше всех, это просто AliExpress. В цвете лох, так называют его. В общем, осталось у меня последнее. То есть это рачок с клешнями. Вот такой вот. Вот прям сегодня он работал супер. Ну, честно говоря, я уже превысил все разрешенные, дозволенные мне лимиты. Но это тот случай, когда можно еще на полчасика опоздать. Рыбаки с азартом меня поймут. При таком размере окуня флуорокарбон может быть и потолще, например, 0,22-0,25, но у меня, к сожалению, был только такой. Тут еще зависит от используемого груза. Ну что я могу сказать, поклевку я получил, как и хотел. Произошла она в том же месте. И я уже стал догадываться, кто же являлся причиной обрыва снасти. А вот и второй обрыв. Ну что это такое? Не, ребят, это была щука. Ну, не верю я, что два раза в одном и том же месте. Вот она, последняя моя приманка ушла. Последняя поклевка, и все. Вышла щука погулять, и поэтому... В общем, на этой прекрасной ноте можно закончить рыбалку. Да, думаю, что буду собираться. Рыбалка получилась, во, туманчик опускается. На самом деле, я думаю, что сейчас даже, может, и клев немножко притихнет, потому как рыба совсем не любит туман. Но главное, что все удалось. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, кому понравилось видео. Всем пока и ни хвоста, ни чешуи.